Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Сегодня мы все с вами вместе, вместе и зрители, и телезрители, будем наблюдать за ходом одного из самых популярных КВНовских мероприятий. Но любая КВНовская игра, на мой взгляд, явление абсолютно и безусловно популярное, но тем не менее только раз в году мы с вами можем наблюдать за битвой титанов. Именно так мы вправе именовать чемпионов нашего клуба. Причем, что характерно, все вот эти битвы титанов так как-то сложилось, проходили и проходят на берегу моря. Напомню, начинали мы на берегу Черного моря в городе Одессе, потом было Каспийское море и красавец Баку, потом игра была в открытом Средиземном море на борту круизного лайнера, был и легендарный Кипр, но чаще всего мы встречаемся на берегу Черного моря, вот в этом столь любимом КВНщиками городе, городе Сочи. Ну и за время этих морских поединков все, что можно было придумать, имеющее отношение к морю, все вроде мы перебрали. Единственное, чего у нас не было, это не было погружения в морские глубины. Так что сегодня, условно, как и все или многое в КВН, нас с вами ждет подводная Одиссея. Итак, что будет, понятно. Осталось выяснить, кто будет. Ну, естественно, чемпионы. И команды такого ранга в каких-то пространных представлениях у нас обычно не нуждаются, а потому просто сегодня играют. Чемпионы сезона 2002 года. Сборная команда КВН городов Челябинска и Магнитогорска. Уездный город. И чемпионы сезона КВН 2003. Сборная Краснодарского края. Утомленные солнцем. Игра есть игра, и одним из основных атрибутов является наличие КВНовского жюри. Обычно, это и сегодня, это замечательные люди, чрезвычайно преданные КВНу. Вот надо, они сделают, надо летом в Сочи прилететь, они прилетят. Замечательные люди. Вы знаете, как хорошо, когда вообще в жюри есть женщины. Тоже редко, но сегодня нет их. Сегодня пока улыбаются, но я знаю, что это шестерка достаточно суровых мужчин. И вот сейчас они поулыбаются для начала, потому что знают о них речь, их снимают. А потом как бы несколько по-разному они будут наблюдать за всем происходящим, причем многие из них не очень часто будут улыбаться, чтобы здесь не происходило, по разным причинам. Ну, вот, вот например, ближайший ко мне член жюри, да простят меня все остальные, самый интеллигентный член жюри, но интеллигентный, прежде всего, во-первых, потому что из Санкт-Петербурга, во-вторых, потому что все-таки кандидат искусствоведения. Вы знаете, он, ему некогда улыбаться, он все время сосредоточен, он смотрит на сцену и все пытается найти как бы признаки искусства вот в этом КВНовском водовороте. Не до улыбок ему. Сергей Шолохов.
И сразу резко на другой край судейских посиделок. Это ветеран, ветеран КВН, ветеран жюри. Вы знаете, перед ним уже не одно поколение КВНщиков шутило по-всякому. Причем понятно же и ясно, что у каждого поколения свои какие-то повороты в юморе, свои заходы в юморе. Не сразу, в общем, человек может из другого поколения может как бы уловить, о чем идет речь. И поэтому иногда этот член жюри как бы погружается в глубокую задумчивость. Издали может показаться, что он дремлет или, не дай бог, спит. Но это не так. Он думает. Юрий Гусман. А вот сейчас я хочу представить вам дебютанта в жюри в КВНовском. Но он не дебютант среди КВНовских болельщиков. Неоднократно замечен был на КВНовских баталиях, приходил зрителям, приходил болеть. И тоже редко улыбается. Но, может быть, потому что у него как бы одна из его многочисленных профессий накладывает свой отпечаток. Он артист, он продюсер и он председатель. Вот о последней профессии я как раз не очень улыбчивый и говорю. Председатель Ассоциации каскадеров России. Александр Иншаков. Рядом с ним замечательный человек. Надо улыбается, не надо не улыбается. Вообще очень адекватно ко всему подходит. И очень всегда охотно откликается на все позывы со стороны КВНщиков. Любит участвовать в играх, с удовольствием выходит на сцену, если это надо. Мог бы отсидеться, но выходит. Но это все равно это как бы в КВНовском духе. Актер и продюсер Леонид Ярмольник. А это самый улыбчивый, безусловно, из постоянных членов нашего жюри. Но кто бы из нас с вами не улыбался, имея такое количество зубов, правда? Игорь Верник. Держись, держись, Игорь, крепись. Ну и, наконец, с громадным удовольствием, равно как и всех предыдущих членов жюри, я представляю и благодарю так же, как и всех, за то, что он прилетел сегодня сюда. Один из самых добрых и самых снисходительных членов жюри. Народный артист всея Руси Александр Абдулов. Самое время пожелать, как сделали бы моряки, 7 футов под килем, но я свято чту КВНовские традиции, а потому команды ни пуха, ни пера. Итак, подводная Одиссея, господа, пора погружаться. И начнем мы это делать в рамках первого конкурса. Никаких неожиданностей. Первый конкурс приветствия. В выборе темы, правда, для него мы позволили себе в известную морскую терминологию добавить немного КВНовской отсебятины. И как только мы это сделали, тема приветствия зазвучала следующим образом. «Свистать всех вниз». Начинает конкурс приветствия команда КВН. Уездный город. Тема приветствия – свистать всех вниз. Ну всех так всех. И содрогнулась Троя, узнав о будущей битве. Но не знали люди, что героев будет не трое, а пятеро. Перегрелся? Какой Гектор? А, да. Галустян!
Галустян, выходи бриться. Женька, не бриться, а биться. Сергей, для него бриться страшнее, чем биться. Сначала я сорву с тебя шлем, потом латы и сандали, и мой грозный меч раскроит тебя надвое. Ох, я заставлю тебя голышом танцевать зимбуреллу. Что? Зимбуреллу? Что, есть такой танец? Нету. И тогда я голышом заставлю тебя танцевать танец, которого нету. Зимбуреллу! А вот потом я сделаю с тобой самое страшное. Я сделаю из тебя котлету! Ну все, жирный есть захотел. Жень! Ну ты видишь, он так не выйдет. Надо хитростью брать его как. О, а давайте как спартанцы подкатим к воротам ихнего города, типа подарок богов. Точно, а подкатим и Толстого. И будешь ты у нас троянский Жень. А чё сразу Жень? Да потому что ты конь, Жень. Ну хорошо, захватим мы этот город, и чё? И чё, поделим на пятерых и будем жить припеваючи. Отлично, давайте, чтобы не забыть, кому чего, запишем. Аркадий, пишите. У меня ручки нет. Сейчас и ножек не будет. Ну ладно. Ладно, я буду писать, я. Давай. Саша, записывай мне. Значит, магазин «Интим», отдел садомаза и килограмм обезболивающего. Серег, тебе чего? Давай. Значит, я человек скромный, мне простенько. Значит, нудистский пляж и магазин сильной оптики. Че? Че написал, да я гляну? Ну, красивый трактор. Нормально, конечно. Что ты написал? Ну, а теперь подарок плененному городу. Мы наконец-то здесь, в Сочи, поймали ту девушку, которая всегда всем портит настроение. Ты узнаешь ее, ты слышишь. Говори. Говори, как ты всегда это говоришь. Задолженность вашего лицевого счета составляет 250 условных единиц. Да нет, парни, самим нам их не победить. Надо вызывать его. А лучше ее. А лучше тех вчерашненьких. Там одна такая пухленькая. Женя! Ну ладно, ладно. А чтоб нас не рассекретили, переговариваться будем по рации. Раз. Мой позывной – Дикий Журавль. Я Снежный Барс. Я Мощный Кулак. А я Могучая Кобра. Вау! Нет, так не пойдет. Так мы запутаемся. Нужны такие позывные, чтобы было ясно, кто на связи. Предлагаю так, значит, кудрявый дрищ, сухопалый муфлон, жирный бабуин и все. А мне позывной? А у тебя, Аркашенька, позывного вообще не будет. Потому что такие слова в радиоэфире даже у меня не повернется язык сказать. Ну ладно, теперь давай отдыхать. Пойдем на пляж, татуировки все себе сделаем. Класс! Такие модные будем в тени. Дядя татуировщик, здрасте. А вы делаете татуировки на интимных местах? Делаем. Сделайте мне, пожалуйста, на ушки, вот тут на мочке птичку маленькую. Аркадий, ухо не является интимным местом у мужчин. Другое дело. Так, вам что? А мне накалите, пожалуйста, мою мечту. Я всю жизнь мечтал о море, о штормовых волнах, холодящих брызгами лицо, о эсминце, несущемся в неизведанную даль. Короче, что колоть? Тут купола, тут Сталина. Значит, мне, раз всем, значит, и мне. Значит, я хочу такую татуировку, женщину, голую, и в полный рост. Вот так вот. Где? Вот на нем. Сделаем. Сергей,
Скажите, пожалуйста, вы можете думать о чем-нибудь другом, кроме женщин? А может, у меня просто такой склад ума? А, по-моему, ваш склад, Сергей, снесли еще в 1968 году, согласно программе «Снос ветхих и пустых помещений». А вам не кажется, деточка, что ваше место возле Аркаши? Ladies and gentlemen, round one, fight! Давай! Алло? Теща звонит. Конечно, люблю вас, мама. Да, люблю. Ничего не слышит, а? Люблю, запишите по буквам, да. Лохудра юродивая, бестолочь лохудра юродивая. Люблю, ага. Поверила. Мама. Да, хорошо здесь, в Сочи. Каждый звук радует сердце. Чу, слышите? О, в соседнем номере обгоревшие туристы мажут друг друга кремом. Какой красивый девушка! Какой красивый девушка! Армяне изучают русский язык. Понимаешь, хорошо, как ништяк, отлично, понимаешь. Борис Николаевич приехал! Нет, это Галкин на банане катается. Хватит пить вино! Перестаньте девчонок тискать! Все сюда! Все сюда! Слышите? Александр Васильевич пытается собрать команды на игру. Туалфы! А че ты так вырядился-то, ну? Если есть на свете рай, это Краснодарский край? Но! Вот. Значит, мы в раю, а в раю должен быть свой ангел. Ну, это еще доказать надо, знаете ли, Сергей, в раю. Ну вот смотри, Сергей, здесь вино продают на каждом углу. Рай. Ребята, а когда Сергею хорошо, он ведь нас не бьет? Рай. Раз мы в раю, давайте напишем завещание. Зачем? Фиг его знает, у богатых так положено. Пишите. Так. Значит, пишите. Мы, команда КВН «Уездный город», в скобочках, Стасик, Сережка, Женька, Аркашка и Сашка, будучи в трезвом уме, в скобочках минус Сережа, и в здравой памяти, в скобочках минус Аркашка, обещаю, если с нами что случится, в скобочках, а с нами случится обязательно, купил 3 ящика. Красавец. Все наше имущество обещаем передать клубу веселых и находчивых. И подпись... Президент международного клуба Александр Васильевич Масляков. Все. Ну, пошел на подпись отнесу. Серый, тихо. Только иди к нему боком, лицом не поворачивайся. Почему? А потому что он нас в лицо не знает. Как? А вот так мы же 5 лет играем, он на нас же только сбоку смотрит. Вот смотри, вот так я для него Аркашка. Пи-пи-пи-пи. А вот так незнакомый человек. Опять незнакомый человек. Классно. Класс, слушайте, да. А давайте всей командой, да? Уездный город, 4 урода. Уездный город, 4 урода. Почему 4? А черт вас уродов знает, а? Вот. Уездный город, Серега классный парень. Пойду подпишу, ага. Давай. Боком! 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 Держи! Боком! Александр Васильевич, подпишите, пожалуйста. Спасибо. Подписал. Чё? Ой. Ну? Красивый трактор. Отдыхаю! Едем в Ласкар, боковые места. В сумках тиста, на лице красота. Вот отдохнем, все понятно. Низкий поклон вам, а вы Масляков. Замечательный мужик Александр Васильевич. Всех нас видит в Геленджик. Парни, мы не в Сочи. А какая разница? Нам в Сочи нравится. А сейчас для нашего друга зачиним столиком танец Зимбурелла. Все движения танца Зимбурелла взяты с деревенских свадеб.
приветствия, утомленные солнцем. Команда КВН «Утомленные солнцем» представляет показ девушек, отдыхавших в Сочи в прошлом году и вернувшихся на отдых в этом. Спасибо, спасибо. Все свободны. Все свободны. Так, тебе чего? Я так просто отсюда не уйду. Твой ребенок, вот и воспитывай. Что? А ну-ка покажи. Да не похож, толстый и розовощекий. Копия ты, тот же нос, та же борода. Правильно, сын должен быть похож на отца. Это дочь. Так, Лена, мне надоело. Давай хорошую новость. В смысле? Лена, если есть плохая, должна быть и хорошая. К нам едет уездный город. Что? Свистать всех вниз! Если ты приехал на вокзал Сочи, чтобы играть с командой Сочи, значит, у тебя суперфинал, значит, победить ты хочешь очень. Надежда, твой компас земной, а удача награда за смелость. А песни... Довольно! Уездный город в гостях, что будем делать? Так, значит, я сразу предлагаю, так, чтобы сломать их моральный дух, поселить их всех у Леночки. Жестоко, но выбора нет. Лена, я сам поговорю с твоей мамой. Алло? Здравствуйте, Трай. Да, Миша. Галустян, да. Нет, это не я съел ваш мед. Нет, это не я написал на кошке собака. Знаете что, я не воровал вашу курицу. Лена, с ней невозможно разговаривать. Алло, мама, перестань, что происходит? Значит так, ко мне приезжает 30 парней из Челябинска. Мама, что значит наконец-то? Мы с ними играем. Все нормально, папа дает ключи от гаража. Ну вот, так, отлично, отлично, но гаража мало. Теперь думаем, как поставить 30 кроватей в гараж. Сначала нужно убрать из гаража лошадь. Значит, как сценарий писать, так Сашенька, да? А как пошел вон из гаража, так лошадь? Хорошо, я ускочу из гаража. Но этого недостаточно. А я предлагаю добить их из экскурсии. Отлично. Давайте повезем их в Сухуми, в обезьяний питомник. Нет, я не поеду. Это почему это? Меня охранники обратно не выпускают. Ребята, ребята, чем мы мучаемся? Давайте не встречать их на вокзале, и все. Паша, и что? Что, что? Ты наших таксистов не знаешь, да? А, согласен, согласен. Вот люди, поехали, а? Не говори. Из Тюмени всегда торгуются. Из Ростова разводим с трудом. На автобусе едет Астрахань. Белорусы вообще пешком. Но вот поезд любимый наш мчится, и мы опять повторяем слова. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Такси, 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 у кого нет денег на такси, ездим на маршруткам. Поехали. Русик, закрой люк, мне холодно. Мусик, открой люк, мне жарко. Русик, закрой люк, ты хочешь, чтобы я заболела? Мусик, открой люк, ты хочешь, чтобы я задохнулась? Русик, закрой. Мусик, открой.
Русик. Мусик. Русик. Мусик. Русик. Значит так! Сначала ты за кролик, чтобы одна сдохла! Потом ты от кролик, чтоб вторая сдохла! И поедем, как нормальные мужики! Как вы знаете, на курорт приезжают люди разные, а проблемы у них одни и те же. Граждане отдыхающие, кто хочет научиться подводному плаванию, подходим к главному спасателю. Это мы, да, здрасте. Здрасте. Напоминаю, с 10 часов утра на пляже работает аттракцион Наташа Королева. Повторяю, тарзанка работает с 10 утра. Научите меня плавать, пожалуйста. Плавать научите? Да. Раздевайся. В смысле? Ну ты что, в одежде в воду полезет? Товарищ тренер, да. Акула. К акулам? О, брат. К акулам лучше вообще не поплывать. Если вас окружили какулы, надо их так, я не знаю, водичкой аккуратненько так вот. Я не знаю, ручками что ли. Тогда все вместе давайте вот так их вот аккуратненько так плавочками их так. И уже мимо них на платный пляж, где акул нету. Так, граждане отдыхающие, кто хочет покататься на черном президентском банане с мигалкой, подходим к главному спасателю. Здравствуйте! А сколько стоит прокатиться на банане? 200 рублей. Ой, у меня только 30. Ладно, давай. На, иди катайся. Скажите, а мы будем доставать жемчуг из раковины? Что? Ты уронил жемчуг в раковину? Где ты живешь? Номер гостиницы, быстро все за мной! Дорогие друзья, у нас сюрприз. Дело в том, что сегодня у нашей любимой маленькой Леночки день рождения. Ваши аплодисменты! Лена, любое твое желание. Я бы хотела пригласить на танец Игоря Верника. Можно? Игорь, не откажите даме в такой день. Давайте под ваши аплодисменты, друзья! Друзья, громче! Ваши аплодисменты! Сейчас только музыку свою любимую поставлю. Спасибо, Игорь! Спасибо большое, спасибо, Игорь! Да, как говорится, отдыхая на курортах Краснодарского края, надо быть готовым к любым неожиданностям. Это ты правильно подметил, хлопчик. Разрешите представиться, сотник Галустян. Друзья, мы действительно живем в уникальном месте. Ведь только здесь, у нас, в Краснодарском крае, существует две вещи, которых не должно быть вообще. Это армянские казаки
и кубанские коньяки. Как вы понимаете, одно является следствием другого. Поэтому между армянскими казаками и кубанскими коньяками много общего. Мы такие же невыдержанные. От нас у русских сплошная головная боль. И, наконец, 80% женщин приезжают на курорты Краснодарского края исключительно ради нас. Что? Курорты Краснодарского края? Ой-ой-ой! Вон в Америке в 100 раз круче! Значит так, Паша. Пока у нас на Кубани растет семечка, плевать мы хотели на эту Америку! И если Челябинск, Магнитогорск – это уездный город, то Сочи всегда был и будет приездным городом! Точно! Поехали! В Сочи снова нет свободных мест. Ловят море местные небес, чтобы чей-то добрый взгляд согревал зимой. Мы желаем денег вам, счастье ведь должно быть таким, чтоб было проще вам счастье поделить с другим. Мы желаем секса вам, счастье ведь должно Дорогие друзья, считаем, что команды временно всплыли на перископную глубину, чтобы понаблюдать за действиями жюри. А жюри по традиции летних кубков принимает в данный момент коллегиальное решение. Это как бы летний облегченный вариант судейства. Поговорили, решили и озвучили. Ну и пока они все-таки совещаются, я хочу представить вам двух человек, которые очень внимательно следят не только за тем, что делается на сцене, но и главным образом за тем, что делается в жюри. Потому что вовремя помочь членам жюри, что-то не расслышавшим, что-то не понявшим, или будет такой момент, когда им надо будет сосчитать столбиком, тут как раз эти два человека, я уверен, и пригодятся, потому что на членов жюри надежды никакой. Это редакторы высшей лиги Андрей Чевурин и Леонид Куприда. Результат конкурса «Приветствие» максимально 5 баллов. Значит, мы посовещались и пришли к такому мнению. Начало отличное, но все-таки с долей в 1/10, а именно 5 получает «Утомленный солнцем», 4,9 уездный город. Продолжаем подводную одиссею. Впрочем, должен заметить, что все знают, особенно постоянные болельщики КВН, что сами команды, сами КВНщики очень часто не то что игнорируют, но как-то старательно обходят заданную тему. Ну, эту функцию я-то все-таки должен, фарватер заданной темы, придерживаться. Поэтому я и буду продолжать в рамках этой заданной темы. Но что, ихтиандры, дети мои, на второе у нас разминка. Я напоминаю суть задания вам и объясняю зрителям. Командам было предложено сообщить о какой-либо непредвиденной ситуации. Соперник через 30 секунд предлагает выход из этой непредвиденной ситуации. Ну, далее свой вариант и так далее, пока кто-то не пошутит. Пожалуйста, поехали, мне все равно, кто начинает. Сос, в Черном море наконец-то поймано лохнесское чудовище. Сам же Таштемир Карапетов себя чудовищем не считает. А что для вас, Сос?
30 секунд как бы истекли, Женя, повторяй. Сос, в Черном море наконец-то поймано лохнесское чудовище. Сам же Таштемир Карапетов себя чудовищем не считает. А что для вас, Сос? Это для нас он Сос, а для вас он Сосо Павляшвили. Свой ответ. Сос, в Черном море наконец-то поймано лохнесское чудовище. Сам же Таштемир Карапетов себя чудовищем не считает. А что для вас, Сос? На самом деле, Сос – это очень широкое понятие. И для многих отдыхающих оно расшифровывается так. Сос собрался отдохнуть с семьей. Супругу отправил спать. Стемнело, одел спортивное. Спиртное, омары, соседка. Сергей, отпустите, Сергей. Света, останьтесь, Света. Сергей, отдыхающие смотрят. Светало, опять светало. Супруга обиделась, сбежала. Сочи офигенно съездил. Следующая непредвиденная ситуация. Зрители достойно оценили домашнюю заготовку уездного города. И теперь следующая непредвиденная ситуация, утомленная солнцем. Сос, вчера вечером на центральном пляже дельфин спас двух отдыхающих из Армении от голода. Прошу, Сережа. Сос. Вчера вечером в районе центрального пляжа дельфин спас двух отдыхающих из Армении от голода. А потом и от одиночества. Двигаемся дальше, пожалуйста. Уездный город. Сос. В ходе долгих исследований молдавские ученые пришли к выводу, что наибольшее количество витаминов все-таки содержится в аптеке. Сос. В ходе долгих исследований молдавские ученые пришли к выводу, что наибольшее количество витаминов все-таки содержится в аптеке. А недавно завод шампанских вин Абрау Дюрсо выпустил новую партию памперсов. Теперь ваш малыш не только сухой, но и полусухой, полусладкий и брют. Свой вариант. Сос. В ходе долгих исследований молдавские ученые пришли к выводу, что наибольшее количество витаминов все-таки содержится в аптеке. А чукотские нейрохирурги провели уникальную операцию по пересадке мозга. Уже на второй минуте операции мозг подсказывал нейрохирургам, что делать дальше. Продолжаем. Проводя раскопки на сочинском пляже, ученые-археологи обнаружили орудия труда X века. Представляете, уже в X веке сочинцы закапывали орудия труда, чтобы не работать. Повторяй. Сос, проводя раскопки на сочинском пляже, ученые-археологи обнаружили орудия труда X века. Представляете, уже в X веке сочинцы закапывали орудия труда, чтобы не работать. Это парашют, гидроцикл и банан. Свой ответ. Сос, проводя раскопки на сочинском пляже, ученые-археологи обнаружили орудия труда X века. Представляете, уже в X веке сочинцы закапывали орудия труда, чтобы не работать. А еще в древности на территории Сочи населялись таксисты и неандертальцы. К сожалению, впоследствии все таксисты вымерли. И теперь их работу выполняют неандертальцы.
Последний вопрос, последняя непредвиденная ситуация в сегодняшней разминке. СОС. Скандал на Олимпиаде. Был дисквалифицирован фехтовальщик из Монголии за то, что он мазал ядом свою шпагу. Повторяй, Сергей. СОС. Скандал на Олимпиаде. Был дисквалифицирован фехтовальщик из Монголии за то, что он мазал ядом свою шпагу. И армянский спортсмен, который толкнул ядро за 13 рублей 15 копеек. Своя версия. СОС. Скандал на Олимпиаде. Был дисквалифицирован фехтовальщик из Монголии за то, что мазал ядом свою шпагу. Еще один олимпийский курьез. Кенийский бегун, запутавшись в финишной ленте, случайно выиграл соревнования по художественной гимнастике. Спасибо, команды. Это была сегодняшняя разминка. Спасибо. На короткое время команды свободны, а вот у жюри начинается самый разгар работы. Оценка за разминку, господа хорошие, 6 баллов. 6 баллов максимум. Александр Инчаков, пожалуйста, Саша. Мы решили выставить 6 баллов уездному городу. И 5 утомленный солнцем. Кто-нибудь посчитает? Леонид Ермольник, мастер, виртуоз арифметики, прошу. Считаю столбик. Сочи 9,9 балла. Уездный город 11. А, неправильно. Да, извините, беру свои слова про виртуоза обратно. Попытку... У меня левый столбик заехал. Дубль правый. 2. Значит... 10,9 это уездный город, а многие смотрят, уже посчитали. Вот, и Сочи... Сочи 10 баллов. Я не хочу тебя обижать, да. Не многие, а все. Еще полсезона уйду из Большого КВН. Так, итак, 10 баллов, так, я уже сейчас запутался, я сказал сколько. 10 баллов Сочи. 10,9. Третий раз. 10 Сочи. 10,9 уездный город. Если бы я не писал, я бы тоже правильно посчитал. После долгих-долгих усилий мы выяснили, что после двух конкурсов уездный город 10,9, утомленные солнцем 10. Ну что, господа, плывем дальше, или, если хотите, ныряем глубже. Нечастый гость игры. Конкурс STEM. Конкурс классический, и за его названием мы, естественно, решили обратиться к классику, хотя вряд ли избранный классик мог предположить те варианты своего произведения, которые сейчас предложат КВНщики. Но, тем не менее, это не помешало в рамках темы игры «Подводная Одиссея» предложить конкурс STEM, назвать его точнее, «На дне». Напомню, что по условиям конкурса на сцене одновременно могут находиться не более 3 человек. Итак, STEM «На дне», команда «Утомленные солнцем». Эпиграф. Французов погубила русская зима. Но коль зимой бы не случилось это, менты, таксисты, шаурма. Их русское убило плето. Итак, век 19-й. Из Питера на отдых в Сочи приехали богемную толпой Пушкин Александр Сергеевич, Коля Гоголь,
и Толстой. Господа, вчера с Ариной Родионовной катался на банане. Друзья, не чокаясь за няню. Признаться, в Сочи отдых не по мне. Здесь как у Горького на дне. А я хочу в Париж к цыганам. В Париж к цыганам. Тут максимум Вадлер к армянам. О развлечениях вообще не будем. Здесь негде отдохнуть приличным людям. Тургенев продает на пляже шаурму. Вот гад! А говорил, что утопил Муму? Шаляпин пьяный караоке пел на пляже. За песню «Катилель» набрал 100 баллов даже. У декабристов снова в пати. Вон, Герцен пьяный спит лицом в салате. Ну он же задохнется. Декабристы, эй, будите Герцена скорей! И каждый год до безобразия такое вот однообразие. А может, на экскурсию? Короче, смотрите на меня. Я сам как символ Сочи. К примеру, ноги. Такие же кривые, как все у нас дороги. С таким лицом хоть Вадлер в дельфинарий. А на груди у вас дендрарий. С такими шутками поосторожней, Гоголь. И так книжонку эту вашу нос сочло за личное оскорбление почти все местное население. А может, к этим барышням подкатим? Ты скажешь, как дела, а мы подхватим? Друзья, мы все подхватим, если к ним подкатим. Еще и деньги все на них потратим. Тут надо осторожнее, Толстой. Особенно вон стой, вон стой, вон стой. Вот с этими двумя не стоит. Вот с этой стоит, только это, блин, и стоит. Да, в Сочи удивительные дамы. Я понял этот город, посетив, что даже стопроцентная «Динамо» здесь превращается в «Локомотив». Ну, в принципе, мы можем подойти. Но только нам их некуда везти. Здесь, в Сочи, летом цены на жилье растут до беспредела. Одна старушка просто обнаглела. Раскольникову комнату сдала за 1000 рублей. Он, кстати, приглашал на юбилей. И какой? Через неделю у старушки 40 дней. А может быть, поедем в сауну и там найдем какую-нибудь фауну? Тем более, что телефоны были. Толстой, поройтесь-ка в своей мобиле. А так, кстати, вот все знакомые тут наши. Так-так, Арина Родионовна рабочий. Постойте, это ж мой домашний. Так, ладно. Фанвизин, Фогель, Феоктистов. О, е! Ура! Нашел! Досуг! Сейчас дозвонимся до них.